так любит всех нас, что оставил небо и родился в внешнем мире, чтоб людей спасти, чтобы каждый смертный, как бы грешен не был, вместо смерти радость жизни мог найти. Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтобы быть распятым на древе, за тебя страдать, а тебе отдать всю славу и любовь свою, навсегда вернуть в небесную семью. Почему же в сердце для Христа нет места? Неужели не поймет она его любви? Неужели даром на кресте том старом проливал он за тебя поток святой крови? Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтобы распятым на древе за тебя страдать, а тебе отдать всю славу и любовь свою, навсегда вернуть в небесную семью. Он так любит всех нас, что оставил небо, нет, нет больше той цены, что за тебя он дал. Так иди сегодня на призыв Господний, отзовись, ведь он тебя так долго ждал. Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтобы быть распятым на древе, за тебя страдать, а тебе отдать всю славу и любовь свою, навсегда вернуть в небесную семью. Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтобы быть распятым на древе, за тебя страдать, а тебе отдать всю славу и любовь свою, навсегда вернуть.